Единая русских. Маргарита Тюрева. Церемонию открытия спортивного клуба «Чемпион» организаторы превратили в настоящий праздник бокса. 8 девушек-боксеров, многократные участницы чемпионатов Европы, мира, а также Олимпийских игр, сошлись на ринге лицом к лицу для выявления победителя. В программе предусмотрено 4 тренировочных боя в разных весовых категориях – 51 и 69 килограмм. Это олимпийский стандарт. Новый спорткомплекс строили с прицелом на самые большие достижения. Замечательный такой открылся спортивный центр «Чемпион», в котором будут растить чемпионов. Здесь очень комфортно, здесь очень удобно. Также здесь будет размещаться Пушкинская районная федерация бокса. А здесь все условия есть. Здесь вот здесь спортивный зал у нас, да, вот, вот он боксерский, да, в данном случае, это, может быть, единоборств. У нас есть тренажерный зал, у нас есть восстановительный центр, сауна у нас. У нас все есть. И здесь все условия для того, чтобы вырасти очень приличным спортсменом. Подготовка к Олимпийским играм в Токио в 2020 году цель на перспективу. Многие задачи формируются на период здесь и сейчас. Среди них участие девушек-боксеров в чемпионате России, который состоится в Кемерове через месяц. В тренировочной программе предусмотрены товарищеские поединки для набора формы, в том числе и спарринги в клубе «Чемпион». Первое движение встречай. Встречай на первом движении. Здорово, молодец. Зал очень хороший, вот, есть разминочная зона, это на первом этаже, и ринг тоже такой, ну, профессиональный, очень хороший ринг. Перед подготовкой к чемпионату России, вот, мы приехали сюда, чтобы подготовиться и спарринг мне, я думаю, что вот с Леной Савельевой очень хороший спарринг будет, ну, завтра. И другие девочки, вот тоже международная встреча была сегодня с девочкой из Латвии, это очень хороший опыт. Свое время на ринге получили и начинающие боксеры. Леон Курчиев занимается боксом около 3 лет, но уже успел совершить спортивный прорыв. В декабре прошлого года выиграл золотую медаль на областных соревнованиях. Сегодня перед ним стоит непростая задача – выйти на поединок против близкого друга. Арбитры отнеслись к ситуации с пониманием, присудив спортсменам боевую ничью. Он как бы размашисто бьет, а я отходил и встречал его. Более чище работал я. Мы работали серийно, 3-4 удара, и ему говорил, чтобы он подавил меня. Буду приезжать, здесь хорошая атмосфера, ринг хороший, ну и вообще тоже люди нормальные все. Спорткомплекс «Чемпион» построен достаточно компактно, при этом здесь есть все необходимые условия для полноценных тренировок. Тренажерный зал, разминочная зона и, конечно, профессиональный ринг, вокруг которого обустроены зрительские места. Со стены за боксерами наблюдает великий Мохаммед Али. Его пристальный взгляд точно не позволит спортсменам расслабляться на пути к большим победам. Павел Розин, Пушкинское телевидение.